Итак, всем привет, с вами АПЛ Первый. И всех с наступившим Новым Годом. Собственно говоря, это последний подкаст прошлого года и подкаст, который начинает Новый Год. Как-то так. В общем, подкаст, наверное, будет, скорее всего, большим. Так что готовьте попкорн или можете выключить его, потому что, ну, в целом особо ничего интересного для вас не будет. Вот. Но, прежде всего, я бы хотел поздравить вас с Новым Годом. Пожелать всего, что, как обычно, полагается желать на Новый год, чтобы все ваши желания сбылись, ну и так далее. Вот. А, что же еще? В общем, я бы хотел подвести итоги 2011 года, рассказать о кое-какой приятной, может быть, для многих новости, ну и о прочей чебурде. Так. Начнем с приятной, пожалуй, новости. Плохих только одна. В общем, приятная новость заключается в том, что в честь Нового года, в честь 3 миллионов просмотров, которые, ну, там, чуток не дотягивает, я начинаю, точнее, объявляю о начале новогоднего марафона. Да, новогодний марафон. Если кто-то был внимателен, заходил в плейлист, то могли уже заметить, что такой плейлист есть. Да, это я уже заранее, так сказать, подготовил всякие различные ролики на различную тему. Это и прохождение, и вот спои, и прочее. Так что готовьте как можно побольше попкорна и чего там у вас еще есть. Чипсы, сухарики, это не важно. Вот. Потому что роликов будет достаточно много. Вот. Я не знаю, сколько это время продлится. Но я так думаю, хотя бы неделю марафон будет идти точно. Я уже очень много всего поназаписал. Часть обработал, конечно, уже залил. Но еще очень много чего не обработано. Я не буду говорить, что это будет. Пускай для вас это будет сюрпризом. И со временем вы как бы все и узнаете. Вот. Ну что еще можно сказать? Завершил недавно прохождение кампании Warcraft 3 Война троллей. Я пока не буду устраивать опрос, в связи с тем, что я буду занят именно вот с вами под марафоном. Warcraft, скажу, точно тоже. Но я пока не знаю, что мне играть, поэтому, в принципе, я, наверное, создам отдельную тему в группе, что вы хотели увидеть на новогодний марафон. И ваши предложения. Любая там игра, допустим, или карта, или мод, или еще что-то. Но, прежде всего, ну, в какой-то степени это должно быть связано с зимой или с Новым годом. Ну, желательно, конечно. Чтобы, так сказать, новогоднее или зимнее настроение было. Ну, не обязательно, но чтобы такое, чтобы интересно это было играть или проходить. Вот. Я уже запланировал ролики на 1 января, так что волна роликов нагрянет за вот этот день. Ну, штук 5 это минимум точно будет, если учитывать этот подкаст. Вот, я специально попозже открою первый ролик, чтобы, ну, к моменту, когда все проснутся, хотя, наверное, даже позже все проснутся, потому что будут отмечать Новый год. В принципе, как и я, в этом году мне повезло, я буду даже, наверное, до целой полночи тусоваться тут. Ну, этот подсказ, кстати, заранее снят будет, потому что... Если я позже сниму, я не успею его даже залить, наверное. Точнее, залить успею, запланировать не смогу. А к полночи у меня, наверное, уже комп будет вырублен. Так что, сразу говорю, скорее всего, будут проведены игры с подписчиками. Warcraft, да. Может быть, еще что-то, но я не обещаю это. Я вообще еще думал, как бы, взять, просто пригласить всех в Майнкрафт и дружно повзрывать фейерверк в честь 2013 года. Вот. Еще, если, конечно,
планшет позволит мне снять ночные красоты фейерверка, может быть, я сниму. И будет такое небольшое мини-поздравление еще одно. Вот. Но это уже будет залито как бы позже. Что еще? Я даже не знаю, что. Но я буду, по крайней мере, до часов до 10 хотя бы я просижу. Не знаю, будет ли народ идти, когда я позову их к этому времени. Надеюсь, что пойдут. Вот. Да, кстати, подкаст небольшой пока что. Возможно, они большой именно и получится. В целом это сейчас не важно. Будет много чего в новогоднем марафоне, на всякие различные тематики, все, что вы хотели и все, что не хотели. Ну, не прям все, что вы хотели. Но большинство будет. Вот, как бы. Так что ждите. С нетерпением готовьте побольше закуски, потому что роликов будет действительно много. Уже как минимум 10 снято. Нет, даже 20, наверное, штук снято точно. Вот, как бы. Ну, что дальше? Давайте подведем итоги 2012 года. Собственно говоря, канал был создан, по-моему, 16 марта этого года. Да, 16 марта этого года. И за это время я набрал намного больше, раз в 5, по-моему, больше всего, чем вот на прошлом моем канале. Я даже не жалею о том, что потерял старый. С этим намного лучше. И этот бы я точно не хотел потерять, поэтому постараюсь, так сказать, защищать его всеми-всеми силами. Вот. За 9 месяцев существования канала у нас накопилось 3532 подписчика. Это на данный момент, когда я снимаю подкаст. Почти 3 миллиона просмотров. И многие видео имеют там по несколько тысяч просмотров, что не может не радовать. Некоторые даже по сотне тысяч, по десятку тысяч имеют просмотров. Что, естественно, очень круто. Вот. Что же еще? В последнее время я также заметил приличный прирост просмотров на каждом ролике, тоже, что не может не радовать. Так, не надо это воспроизводить. Что еще? Недавно я заметил, что в Google AdSense, это, по-моему, вчера, высветилась строчка с... Вот, за субботу, 29-е, показывающие просмотры страниц где-то 30 тысяч. Однако в YouTube аналитике показывает где-то всего 27,5. Честно говоря, тоже сам не понимаю. Но зато в коммерческих уже пошло ровно 20 тысяч. Это рекорд для коммерческих. Ну, в общем-то, в последнее время просмотры, конечно же, потихонечку, стабильно приходит к отметке уже более чем 20 тысяч. Ну, помню, неплохо, если 30 тысяч было бы. Ну, что-то я не вижу 30 тысяч. Ну, в общем, глядишь, и скоро будет именно эти 30 тысяч за день. Вот. Как бы. Все очень круто. За 9 месяцев уже я наснимал кучу роликов, слушать. Тысячи роликов различной тематики. Для такого канала, конечно, как у меня, это слишком много, я бы сказал. Потому что подписчиков немного, а видео дофига. Хотя, кто его знает, наберется и в ближайшее время, и больше, я думаю. Жалко, конечно, что не 4000, но и 3,5 тоже неплохой подарок. Поэтому спасибо вам большое, кто подписался на меня. Вот как бы. Что еще? В принципе, еще что я сделал? Свыше сколько там у меня? Ну, около 7. Не, если не считать те, что не открыты, да. 70 плейлистов ровно. О, это же мини-юбилей.
Вот такие делишки. 70 плейлистов было создано, если не считать 2, которые еще не открыты, было создано за 2012 год. И это круто. Следовательно, это куча начатых летсплеев, прохождений и тому подобное. И число этих плейлистов будет возрастать постепенно. Также я объявил в начале 2 конкурсов. Кто не знает, посмотрите это видео. Но уже один конкурс к моменту, когда я выложу этот подкаст, уже будет, как, так сказать, окончен. Вот. Что еще? Ну, появилась новая платформа, на которой я снимаю Android. То есть я прикупил планшет. Ну, для тех еще, кто не знает, это где-то 10-11 дней. Ну, примерно 1,5 недели назад я снимал это. И не волнуйтесь, вот летсплеи будут потихонечку. К сожалению, я буду снимать их только с камер, потому что проги глючат там. И мне другое, что встроено, что-то я не понимаю, где это встроено. Может, кто-нибудь знает. В принципе, от помощи бы не отказался. Galaxy Note, если кто еще не знает, какой у меня планшет. Вот. Ну, в принципе, о канале за 2012 год все. Давайте перейдем к группе. В группе у нас уже свыше 2200 подписчиков. Вот. Как бы. То есть не подписчиков, а участников. И было создано 861 запись на стене. На момент снятия подкаста, скорее всего, будет больше. Меня тут уже с Новым годом поздравляют. Хотя еще до сих пор только 31 декабря, ну ладно. Вот, и играл я сегодня, поздравляли. Что-то я все рассказал. В общем, 15 тем пока что создано, на них различные сообщения было написано. Где-то около, я так думаю, если посчитать, ну, около 500 сообщений. В общем, было написано во всех темах. Конечно, это не так много. Активность группы не такая. Комментарии там пишут и все. Вот. Ну, больше нечего говорить в группе. Ну, группа тоже является, так сказать, прибыльная. Просмотры тоже мне немного делают. Ну, в общем, с группы тоже ко мне идут на канал. Группа, в общем, полезная вещь для меня. Вот. Поэтому, в общем, всем спасибо вам, подписчики и участники группы. Я завершаю этот подкаст. Всех с наступившим 2013 годом, годом змеи. Желаю удачи вам, удачно его и хорошо отпраздновать. Ну, ждите новогоднего марафона. И наслаждайтесь подарками, которые я, возможно, одарил. Ну, 3 гифтами Dota 2 победители. Вот. Ну, пока все. С вами был я, Павел Пиру, кстати, подкаст не такой большой получился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Это был новогодний подкаст. Всех еще раз с наступившим, с Новым годом. Всего хорошего и пока-пока-пока.